Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если ждешь Новый год! Ну вот и все, Андрюха, закончили свой последний рабочий день в этом году. Теперь будут нас ждать только новогодние праздники. Я надеюсь, ни у кого не сломаются трубы и никому не нужен будет сантехник, да? Ага, в натуре, слушай, Димон, я эти новогодние праздники целый год ждал. Да, я тоже. Ну чё, Андрюх, давай вон на заправке заправимся, тебя до дома подвезти? Да, конечно, было бы неплохо, братишка. А, ну тогда иди заплати за бензин, и я тебя подвезу, Андрюх, а то мне еще елку покупать. А, это ты ловко придумал, ну ладно, заплачу тогда. Давай, только в мою ласточку надо это, 105-й бензин лить. Ладно, зальем 105-й. Да, полный бак. Нет, половину. Нет, полный, или пешком пойдешь. Ладно, полный так полный. Ну, здравствуйте. Всё. Так, а мне нужно купить еще елку, шарики, мишуру, игрушки, подарки. Еще надо купить гирлянды, боже, сколько всего к этому Новому году. А это еще кто звонит? Ёкарный бабай. Ё-моё. Алло, кто это? Алло, салам алейкум, рахмут Аллахи. За, салам алейкум, малаки ахум. Это самое, у меня проблемы. Это вы трубопроводчики, верно? Ну да, вы позвонили в это, в компанию по трубопроводу. Мы трубопроводчики, нас еще иногда называют этими, сантехниками. Да, да, всё, понял, это самое. Я вообще с адрес скину, приедьте ко мне, мне надо трубы поменять, канализацию там всё сделать, чтобы чисто, круто было, аккуратно. А что у вас произошло? Да фиг его знает. Я тут каким-то блогерам сдавал это, дом свой, квартиру, не знаю, это, наверное, трудно назвать. Они тут с камеры приезжали, все, блин, понакакали, по все грязно, странно очень это все, нужна помощь. И еще это, какашки из труб текут. Короче, эти блогеры все сломали. А, блогеры все сломали. Ладно, слушайте, у нас вообще-то кончился уже рабочий день. Если за двойной тариф, то мы приедем. Я плачу за пятерной тариф. Все, понял, адрес называйте, и мы будем. Адрес? Вам прям точно адрес назвать? Ну да, как? Нам же нужно знать, куда приехать, мистер. Хорошо, адрес ремонтник номер 5. Улица 13, дом 3. Хорошо, это как раз недалеко от нас, где мы сейчас находимся. Слушайте, а вас как называть? Неизвестный. Не-не, вас как зовут-то? А, меня Бабян зовут. Бабян, все, да, хорошо, да, да. Мистер Бабян, мы сейчас с моим товарищем приедем. Спасибо, ага, ожидайте. Да. Слушай, Андрюха, не поверишь, короче, новый клиент звонил, блин, говорит, платит пятерной тариф, лишь бы мы только приехали. Ага, а куда это ехать надо? Да вот там улица Ремонтников 1, корпус 13, это здесь, он недалеко. А, ну слава богу, это реально недалеко, я тебе заправил всю тачку. Хорош, садись, знаешь, что у него произошло? Чего? Короче, он каким-то блогерам сдал квартиру или дом, я так и не понял. В итоге пришел, когда забирать у него из подвала, все в какашках, трубы текут. Короче, что-то эти блогеры там наделали у него, понял? Ага, понял. Ну мы сейчас разберемся тогда, получается. Да, сейчас быстро разберемся, Андрюха. Я думаю, делов там на полчаса, а пятерной тариф заплатит. Может, я хоть жене подарок нормальный куплю, блин. А я елку теперь себе новую поставлю. Вот, это четко. Вот здесь, смотри, где-то Андрюха ремонтников. Это ремонтников 8, это 7, это 4, это 3. А вот и один ремонтника. Ага, понял. Слушай, Димон. Но. Тут как бы все видно, что произошло. Да, о, здравствуйте, вы мистер Бабян? Здорово, да. Это вы блогерам сдавали тут квартиру свою, что они все обкакали? Да, все верно. А что за блогер был, если не секрет? Ну какие-то американские, блин, популярные. А, вот это да. Ладно, о-о-о, давайте посмотрим, где у вас тут суть протечки-то. Ну вот, смотрите, здесь вот, и там вот канализация. Ёкарный бабай, вот это здесь у вас. Не-не-не. Очень сильно, конечно, мистер Бобби, блин. Ну да. Слушай, Димон, походу надо в канализацию топать, там что-то жесткое натворили эти блогеры. Ну давай спустимся, Андрюха, в канализацию, посмотрим, что там они натворили. Мистер Бобби, где у вас тут проход канализации? Покажите, пожалуйста. Давайте покажите, это вообще, это ни в какие ворота не идет. А что они тут делали у вас? Да много чего, что-то там снимали, блин, я не знаю. О, ёкарный баба, здесь канализация? Да, вон там снизу. Ага, спускаемся, Андрюха? Ну да, спускаемся. Мистер Бобби, будьте тут, ждите. Да, хорошо. Да, не спускайтесь, мы сами сейчас посмотрим. Воняет, Андрюха, здесь знатно, конечно. Ой, ё-моё, чё я тут снимали вообще? Я не знаю, какие-то, может, челленджи снимали, кто больше какашек съест. В натуре, блогеры только такое снимают. Так, смотри, вот отсюда. Андрюха, слышь? Не понял, кто там стоит? А это кто? Не знаю, блогер, наверное, какой-то этот, да, остался. Да, и я даже знаю, кто это мистер Бист, Андрюха. Только почему он такой
Страшно, он как будто проклятый. Уважаемые, нам тут вообще-то работать дело надо. Давайте уходите отсюда. Андрюха! Тут у вас трупы протекли. А. Андрюха, аккуратно, слышишь? Уйдите. Не подходи к нему лучше, слышишь? А что такое-то? Слышь, дядь, ты что делаешь? Андрюха, не подходи к нему! Мужик! Это проклятый мистер Бист! Ёкарный бабай, надо текать отсюда! Моего Андрюху вырубил, блин! Мистер Бобби! Мистер Бобби! Ну что там, починили нормально все? У вас там один блогер в подвале остался! Вы что, сдавали свой дом мистеру Бисту? Ну, по-моему, да. Слушайте, так это проклятый мистер Бист, он вырубил моего коллегу. Есть у вас что-нибудь, я не знаю, биты, лом, думаю, пушки, да. Есть что-нибудь? Да, есть. Сейчас мы ему наваляем, этому блогеру. Вот. О, лежит. Давайте мне такую палку. Сейчас я за своего друга, блин, этой палочкой. Это у вас это, электрошокер для буйных посетителей? Да. Так, давайте, сейчас мы это, спустимся и загасим. Где он? Ну, вот здесь был, он уже вылез. Он вылез из канализации, давай, это проклятый его. Мистер Бист, давайте, помогайте гаси, мне! Гаси его, я мистер руками, Бобби, руками помогите! Его. Что произошло? Ё-моё, дурацкий мистер Бист, проклятый, вырубил меня, Андрюху, блин, где я вообще нахожусь? Ёкарный баба, я что, за решеткой? Это где я, блин? Человечек, выход там, а это еще что такое за решетка? Капец, все в крови. Похоже на какие-то стены гигантские. Это что, лабиринт, что ли? И мне нужно выбраться? Эй, здесь есть кто-нибудь? О! Здорово! Димон, помоги, этот мужик, который заказчик. Там, смотри. О, вытащи меня уже. Мистер Бобби? Угу. Ёкарный бабай, это что, нас всех мистер Бист сюда затащил, что ли? Походу. Это лабиринт, блин. Давай вытаскивай его, Андрюха. Сейчас я ему закину веревку, только осторожнее, одна осталась. Если оборвешь, то сдохнешь от голода и холода. Аккуратно только, я там дальше что, посмотрю. Готов? Да, скидывай. Все, давай выпрыгивай, залезай. Зараза. Ну, давай, братишка. Лезу, блин. Ну, что там, достаешься ты, нет? Достаюсь. Давай, выходи. Все. Опа. Нормально, молодцы. Слушайте, это реально самый настоящий лабиринт. Нам нужно, короче, отсюда выбраться. Смотрите, там вон выход есть, давайте покажу вам. Ну-ка, где? Я очнулся прямо рядом с выходом, только там это... Все, вон, заграждено решеткой. Андрюха, есть кусачки? Нет. Блин, у меня тоже все в машине осталось, так бы могли выбраться. Ага, ё-мо, не повезло совсем. Да, придется, наверное, искать другой стороне выход. Как думаете, у нас все получится? Да, наверное, да. Ё-мо. Ну да, должно получиться. Это все этот проклятый мистер Бист виноват со своими челленджами. Он, наверное, сейчас записывает выживание в лабиринте 24 часа, ой. Блин. Ё-мо, а мы главные герои. Что? Там это стоит. Реально, проклятый мистер Бист. Мы что, участвуем в его челлендже, что ли? Да походу. Тут ёкарный бабай, я не хочу. Я хочу выбежать. Здесь, мистер Бист здесь, бежим в другую сторону. Чё встал? Давай сюда, ё-мо. Как там их так много оказалось? И ещё один. Тут. Их что, так много, что ли, этих мистеров Биста? Они двигаются, бежим. Их очень много, парни, надо убегать отсюда. Как? Ну что ж, дорогие друзья, как вы уже поняли, сегодня мы с пацанами будем убегать в лабиринте от опасного мистера Биста, ну не простого, а проклятого, страшный, проклятый мистер Бист охотится на нас в лабиринте, наверное, друзья, он снимает свой страшный челлендж, выбраться и выжить в лабиринте, и мы его... Получается, эти, блин, как их там? Подопытные мыши, крысы. Подопытные крысы, да, мы игроки в его смертельном челлендже. Так что, друзья, пожелайте нам удачи в комментариях. Только с вашей поддержкой и помощью мы сможем выбраться из этого опасного лабиринта и победить проклятого мистера Биста. Ну что, Бобянчик, есть у тебя идеи, как нам выбираться отсюда? Нету. А ты, Андрюха, что думаешь? Слушайте, мужики... Может, через 24 часа он просто возьмет и отпустит, а? Да нет, мне кажется, нам нужно просто сбежать отсюда и все, самим найти выход и убежать от этого проклятого мистера Биста. Ну, давай попробуем найти выход. Ну что, парни, вы готовы? Да. А, как только, друзья, мы забежим в этот лабиринт, опасный проклятый мистер Бист активируется и побежит за нами. И, парни, знаете что? Чё? У меня плохая новость. Помимо вот этих мистер Бистов, есть огромное количество в самом лабиринте опасных мистеров Бистов. Да ну нафиг. Да, они по всему лабиринту раскинуты, так что нам будет реально очень сложно. Но я предлагаю начинать, парни, готовы? Да. Да.
А куда пойдем? Туда? Сюда направо. Ну давайте, три, два, один. И мы начинаем, друзья. Мы начинаем наше приключение в лабиринте. Че, они бегут? Наверное, да. Ты пошел смотреть, это ненормально. Да, они бегут, конечно. Как только мы забежали, они сразу побежали. Ныкаемся, ныкаемся. На Робяна вышел мистер Бист. Аккуратно, аккуратно, блин. Там, кстати, портал был какой-то, там мистер Бист. Мы в ловушке, братуха. Мы в ловушке. Ты подлетел? Вау, меня закинули куда-то. Я умер. Я сейчас в портал, пацаны, в красный. Давай. Оу. Не получилось? О-о. Да, мужики, вот это, конечно, капец лютый. Да, вы знаете, как я умер вообще? Я прыгнул в какой-то портал красный. И там я думал, сейчас на выход приду. А знаете, куда пришел? Пришел в фейковое какое-то место. Там были ловушки, какие-то аномалии. Я умер, так что с порталами будьте аккуратнее, мужики. Не хухры-мухры. Ничего себе, этот мистер Бис хорошо приготовился. Да, он вообще супер хорошо приготовился. Кучу ловушек приготовил для нас и опасных челленджей. Придется нам сбежать от этого проклятого мистера. Мистера Биста, друзья, поддержите лайкусика. Ну чё, пацаны, гоу? Да, влево. Давайте налево, попробуем сбежать. Погнали, я за Бабианом. Я за вами, мужики. Вот этот красный портал-то прыгал. Нет, ну давай попробуем в этот прыгнуть. Ну давай, 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 давай. А ну, пацаны, кто первый? Ну я первый. Я обратно прыгнул. А как ты смог добраться? Я куда-то прыгнул в другой, но там мистер Бист, блин. Ну тут еще белый портал, сейчас я в белый. Ёкарный бабай. Ё-моё, а чё, все порталы, что ли, такие? Слушайте, мужики, братва, там было столько фейковых порталов, как вы думаете, мистер Бист заготовил хотя бы на выход? Я не знаю, я вообще боюсь прыгать в эти порталы, парни, я пока не выберусь, блин, прыгать в порталы больше не буду, мне очень страшно, я не знаю, как выбираться, я постоянно прыгаю, меня убивают эти аномалии, блин, дурацкие. Да, да. Во-во, я про то же, вдруг их вообще нет, это все обман. Это страшный мистер Бист, короче, придется искать, наверное, своими ножками выход из этого страшного лабиринта, что будем делать? Ну, скорее всего, да, погнали. Ну. О, парни. Что? Смотрите, там какая-то высотка, небоскреб или что, это башня какая-то. Да, да, вон. Может, туда тогда сиганемся вместе? Давайте может, попробуем. Может, там выход? Ну да, давайте посмотрим. Три, два, один. Погнали, друзья, это третий раунд, попробуем выбраться. Би-бобян, что ты бегу, тут стоишь? Бегу, бегу. Я Бобис. Давай, давай, погнали, пацаны, сверкая пятками. Слышите, бежим, бежим, бежим. Опа. Аккуратно, мужики. Ого себе. О, дырка какая-то, перепрыгнули все. Смотрите, портал. Не, я боюсь порталы прыгать. А, парни, прыгайте. Нет, не прыгаю, он обманывает. Пойдем лучше вместе. Натуре? Блин, можешь попытаться прыгнуть? Я пойду прыгну, попробую. А или он выбрался? Ай, там мистер Бист. А, нет, 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 нет. Чё там? Ты выбрался? Кто вы? Где вы? В портал прыгать, не прыгать? Я умер. Ладно, меня умер, Андрюха там видел. Так, ну чё, бежим, бежим, Бобян, ты где на башне? Я на портал прыгнул, я понял. Ёкарный бабай. Бобис умер, Андрюха умер, пацаны, ну вы суету навели. Мистер Бист за мной бежит. Мне очень страшно. Очень, пацаны, очень страшно. Жестко. Он уже близко. Я уже на башне. Я спускаюсь вниз. Выхода нету. Мистер Бист дышит в спину. Я запнулся. Они меня откидывают куда-то. О май гад, о май гад. Господи, куда меня? Куда-то в центр лабиринта закинули. Выход найдешь, если что, расскажешь потом. Да, тут портал, блин, в это. Какой-то в полу один, мужики, слышите? Ну да, прыгай, ну, попробуй, не бойся, на него. Проверь, тут еще один ты. Красный, парни. Нет, я боюсь уже в порталы прыгать. Я же говорил вам, что больше не буду. Тогда тут тупик, выход. Пацаны, везде какие-то тупики. Здесь тоже ничего. Тупик и здесь развитие. Ничего. Парни, мне очень страшно. Тут уже кровь какая-то. Еще портал, блин, фиолетовый, но в него боюсь прыгать. Еще мистер Бисты эти. Капец. Пацаны, догнали. Капец, я бегал по всему лабиринту от этого мистера Биста, и в итоге он меня догнал и убил. Ой-ой-ой, ну дела, походу мы тут навсегда даже, не 24 часа будем. Я не знаю, если мы не выберемся, парни, мы в этом лабиринте умрем, понял, Бобис? И что ты угукаешь? Ну погнали вправо, тогда выберемся. Так а мы уже там бегали. Нет. Не бегали? В другом месте. Ну давай, мы тогда за тобой, Бобис, ты веди нас, надеюсь, ты приведешь нас действительно к выходу. 3-2-1. Ну все, погнали, давай, Андрюха, не отставай, блин. Да я не отстаю, ёма. Сейчас попробуем выбраться. Бежим, Бобян. Ты уверен? Бежим, бежим, бежишь бежим. Куда-то так полностью вообще? Уверен. Так, сюда. Давай сюда. В портал. Ой! О-о-о, полностью он уверен, я, блин. Я, блин, не хотел сюда. Это ловушка, ловушка, ловушка. У меня тут тупик, пацаны, блин. Я не смогу выбраться отсюда. Я умер. О, мистер Бист меня закинул куда-то наверх. Оу, щит. О-о, я где-то... Как он тебя закидывает? Я прям где-то в лабиринте сверху. Тут, блин, белый портал. Что происходит? Меня то засасывает, то отпускают порталы. Жесть! Это был фейковый, но я каким-то образом выжил. Тут еще красный. Я уже боюсь прыгать в эти порталы. Не-не-не-не-не, спасибо. А ты не прыг, нет, ты не прыгай, ищи. Так я не прыгаю, я ищу. Выход. О, мистер Бист, блин, придется бежать на вышку.
Вот сюда, наверх. Боже мой, я на вышке с другой стороны, парни. Блин. Мы болеем за тебя, бро. Я должен выбраться, пацаны, я должен, бабянчик. Давай, давай, удачи. Как же мне найти выход? Слышишь, Андрюха, а вот тот в башне, он на выход вел, реально? Нет, он не на выход, он куда-то другое место будто бы вел. Я сейчас я попробую. Не понял, проверь. Опа, тихо-тихо-тихо. Так, подожди, да. Он меня перевел опять, блин, в центр лабиринта. Боже, тут еще чуть не упал вниз в яму. Аккуратно. Мистер Бист на поворотах. Это вообще жесть, ребят, его очень много, их вообще огромное количество, этих мистер Бистов, блин. Ну так, да. Сюда, сюда, сюда. По-моему, здесь тупик. Нет, они меня окружили! Ты что, такой живучий они вообще? Они меня окружили! Да, конечно, ты в этом раунде быстро побегал, как ты еще не выбрался, вообще в шоке. Я не знаю, я бегал по всем закоулкам этого лабиринта, и как мне кажется, парни, а выхода реально нету. Мне кажется, ты какой-то, наверное, скорее всего, портал пробежал. Ну давайте, знаете как, давайте за мной, и я вас выведу, погнали. Давай, погнали, попробуем. Давайте, все, бежим. Да, ты прям так уверен в этом? Да, я вас выведу, мне реально. Мне кажется, мы сейчас дохнем. Не-не-не-не, пацаны, 100%, погнали сюда. Когда за мной. Говорят, обычно все за мной, за мной, за мной, за мной. Точно, точно, шеф, мне кажется, это на смерть. Нет, сюда, все идите. Сюда. Вот. Вот, там портал. Там Бист. Вот, портал. Вот, пацаны. Ну. Прыгаем. Да, в натуре выход. Обратно, я тоже, Бобян, обратно прыгнул. А ты где, Бобян? Меня зажали, а я умер. В натуре? Да. Парни, а чё это мы бегаем? То за тобой, Димон, то за Бобяном. Когда за мной побегаете, а? Ну давай, побежим за тобой. Слушай, это все на самом деле Бобис виноват. Он вызвал нас, чтобы мы ему трубы сделали, а в итоге там был мистер Бист проклятый. Ты зачем ему вообще арендовал дом? Так я откуда знал, кто это? Ага, это мистер Бист проклятый. Понял. Ага. Теперь знаешь. Теперь, да. Блин, на всю жизнь запомнишь. Ну и чё, Андрюх, давай веди нас, ну уводи. Ну всё, мужики, давайте за мной, я вас приведу к победе, отвечаю. Давай. Всё, пацана. Ты, может, наушники бы вытащил, блин. Сейчас, подожди, вытащу наушники, а то вас плохо очень слышно, реально. А то бегает с этими наушниками, блин. Во! Бананами в ушах. Всё, давай, погнали, всё, выбираемся, погнали. Вперёд к победе! Давай-давай, к победе мчатся пацаны на своем велосипеде. Пацаны на стиле. Давайте, мужики. Города. Я думал, что где-то должен быть выход. Где-то давай, вот давай. Ой, назад. Ага. Ага. Нет, тут портал. Бобис, ты умер. О, да. Меня куда-то закинули, пацаны, закинули. Я где-то умер. Сверху, слышите? Я тоже умер. Тут белый. Понятно. Кто белый? Парни, я умер. Ага. А, поздравляю, бро. Все, парни, я не знаю, у меня опускаются руки этого мистера Биста слишком много. Да, слышь, не опускай руки, лучше их подними, как я. Да, подниму. Ладно, парни, давайте, погнали, попробуем сюда побежать. Гоу. Вперед, может, пацаны. Может, тебе лучше получится привезти, ё-моё. Я а не у меня знаю. Не вышло. Парни, вы бежите, блин? Да. Да, конечно, бежим. Налево, направо, давайте направо пойдем. Давайте направо, парни. Блин, походу тупик. Блин. Слышите, тут походу тупик, пацаны. Да смысл тупик, ты чё? А, не, сбивайся. Нет. Нормально. Так, блин, я не знаю. Давайте дальше, погнали дальше. Точно? Пацаны. Да, не знаю, гоу дальше. Ну, блин. Андрюха, все бегут. От того красного портала пахнет смертью. Слышите, парни, чё-то капец как стрёмно, мужики. Так, да давайте. Ты не мистер Бист. Налево, направо. Кровь. Ой, я где-то здесь был, пацаны. Ну-ка, я где-то здесь, мне кажется, был. Вот тот фиолетовый портал, и тут меня где-то убили. Тут крови куча. Тогда на туре капец, там еще белый портал. Суета мне не нравится. Я даже не знаю, слышите? Блин, ну вот есть красный портал, там был белый. В какой прыгать? В красный, давай, в красный! Да слышите? Нифига себе! Он нам почти дорогу перекрыл. Да! Сдохли. Мы выбрались, а вы видели там мистер Кульна. Бист уже сзади, блин, просто да. На нас прыгал. Ну, да, у нас по факту особого выбора не было. Ха, мы взяли офиги. И выбрались. Ой, они через стену падают, открыли. Мы выбрались, парни. Это реально кайфарик. Смотрите, они здесь бегать не могут, потому что мы выбрались уже. Да. Ну да, в натуре. Это кайф. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой замечательный видеоролик у нас получился, и мы с парнями надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал, не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментарии. На вас сегодня веселили, развлекали, конечно, как всегда, Оверфон и Бобби. Всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Нарез, чуваки.